Друзья, всем привет! Сегодня мы в такой небольшой компании. Григорич, Леха и Хантер. Отправляемся на охоту зайца, ну и фазана. Надеемся, нам повезет. Are you ready? Yes, of course. Сейчас хотим пройти эту балочку, поискать фазанчика и зайчика тут. Ко мне. Ко мне, молодец. Хантер, ищи зайца нам. О, подскользнулся. Только сегодня ночью выпал снег. И смотрите, как красиво сразу. Давай, Хантер, ищи. Ищи зайчика. Вот, 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 вот. Ищет, ищет, нюхает. Тут даже не сама суть поохотиться, сама суть походить по такой красивой природе. Вы посмотрите вокруг, какие красивые виды. Мы с Лехой каждый взял стрелку и на фазана, и на зайца. Поэтому можем брать и того, и того. Хантер, ко мне! Кто там, Леха? Заяц! Красавчик, Леха! Ищи, ищи, вперед! Ищи! Ищи! Опа! Молодец! Ну что, Григорич, кого взяли? Зайчика взяли. Хорошего? Да, хороший зайчик. Прошлогоднешний, не цейгодешний зайчик. Ага. Так что, Лешка, тебя с полем. Да, с спасибо. Полем. Давай. Спасибо. Молодец. Все. Фу. Разучился я поэтому стрелять по бегущему. Это ж первый раз в этом. За 2 года. Я ж в том году тоже не стрелял. А откуда он вышел? С посадки. Первая минута охоты, и Лехе уже повезло. Первый зайчик есть. Идем. Леха еще лук взял охотничий. Попробуем с него что-то взять на обратном пути. Потом сделаем привальчик, костер. Досмотрите видео до конца, будет интересно. Идем, проходим эту посадочку. Григорич говорит, фазанчики тут были вчера. На улице -3. Снежок держится хорошо, не слякотно. Ну что, теперь вертаемся и камыши забираем. Один по тій стороні йде, і два по тій стороні підемо. Ну, следы видите? Ага. Фазана. Да. Фазанчик ходил. Мы его, получается, окружаем. Леха идет с той стороны, Григорий сзади, я слева. Обходим фазана. Дай! Дай! Давай, вперед! Вперед, ищи! Ребята, упал петух, не могу найти, подождите меня! Мимо ушла. Да, весь в камыше фазан сидит. Вся надежда на собаку. Ищи, 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 ищи! Ай, Леха! Петушок вон за тобой по полю побежал, вон пошел вверх, ушел. Так что, спуститься к тебе поискать? Так, пойду помогу. Петух вот тут где-то упал, все, понимаешь, не могу найти. Ага. Выбрался.
Наверное, был подранок. В камышах где-то потерялся, убежал. Это все ружье мокрое. Рекламная пауза. Пошел. Куропаточки взлетели. Не знаю, там, может, Леха кого-то взял, я вроде не попал. Ищи, где упал, ищи. Давай, ищи. Где, подай. Дай. Фу. Ну что, Леха? Заяц под ног ушел, я плохо за кустом было видно, промазал, короче. Понял. Зайчик, оказывается, был. Куропатка? Угу. Заяц встал, пошел как за кустом, его плохо видно, потом уже далеко. А у меня первая пятерка стояла, пока до тройки дошел. Уже заяц далеко был, и я встал. Куда сейчас идем? Идем, сейчас будем переезжать на другое место. Кстати, кто не видел выпуск, тут будет ссылочка вверху. Переходите, мы там с Лехой хорошо поохотились. Так, ну хоть я никого не взял, надо хоть пострелять. Вот такие вот котлованы остаются после выстрела. Григорич, скажите, куда, кто куда идет? Как ветер думает, я. На вас сейчас. Лёшка, ты идешь туда, с той стороны. Да. А выйдешь, Тёма, ты с той стороны идешь туда, по надо очереду. Леса, заяц, свежий был след. И вот он тоже. Ну что, Хантер, пусто? Что ты это делаешь? Я подаю ему сигнал. Это электрошейник. Ага. Есть звуковой сигнал, а есть слабый импульс электричеством. Угу. По принципу, как есть, кстати, бабочки пресс качать. Да, да. Да, такие два электродика дают импульс для сокращения мышц. Вот то же самое там происходит. Понятно. Вот сигнал. Собака слышит, возвращается. Смотри внимательно, тут и заяц может быть. Сюда иди. Давай, сюда. Хантер взял след. Ищет зайчика. Что-то мне вот эти пейзажи напоминают фильм «Особенности национальной охоты» в зимний период, когда в начале там, да, они ходили. Ну, за удачу. Ко мне! Зайчик пошел. Выгнал эту сволочь снизу. Был, Леха? Ну, заяц, это сюда. Хантер выгнал с ямы и пошел туда. Выступ камыша в поле. Сейчас надо его хорошо, плотно пройти. Я, наверное, пойду посередине с собакой. Иди, заходи на ту сторону. И вдоль камыша иди. Григорий, с этой стороны, ты стой. Так, в этих камышах, говорят, фазана немерено. Бедный Хантер. Еле пролазит. Есть там. Есть, лезет, но плотный сильно камыш.
пошли. В машине. Пойдем. Давай, вперед. Леха, а что это такое? Лук. Лук? Да. Охотничий? Охотничий. Блочный лук. А ну покажи поближе. Будем пробовать. 30 килограмм натяжения. На какое расстояние бьет? Прицельно, но теоретически можно все это дело пристреливать на разные расстояния. Есть разные пины. Угу. То есть разные, то есть там один пин настраиваешь там, на 20 метров, другой на 50, третий. Цветные, да? На 70, да. Угу. Ну, а давай пристреляемся по мишени, да? Да, давай. Ставим мишень. Ты уже охотился с ним? Нет. Нет? Нет. Так, по мишеням стрелял. Угу. А! Давай ты. Давай. Тихо. Давай, если что, я его возьму. Красавчик. Тихо. Ага. Тёма, прикинь. Ну. Первый раз попробовал. А ну. И получилось. Прошла стрела его насквозь. Насквозь? Да. Жесть. Я схватил, он будет делать. Фух, красавчик, да опять. Вот это добыча. Лука, лука. А ты где опоздал? Где ты бегал? Прошила его насквозь. Красивое местечко. Фазанчика тут не видели, пролетал? Ты видел? Туда улетел? А, спасибо. Вот такие красивые места бывают попадаются во время охоты. О, новые песики. Привет, привет. Еще двух собачек взяли. Лешка, ты опускайся, вот дырка будет в навозе. Опускайся вот сюда. І по тих ямах, а ми пішли оцей бур'ян заберемо. Хорошо. Що, встають обидва вони, ти підходиш колінцем по попу, вперед, вперед, і трошки, і вони тоді... Піднімають. Піднімають. Ага. Йо, попробуй тут пройди по посадці. Часть фазанов садилась сюди. Вон собачка іще. Ри... У меня патроны закончились. Ну он взлетел, у меня последний уже был, да. Бух, один взлетает. А у меня уже нет патронов. Ладно, сейчас пойду искать, я вроде одного взял. Фух, Леха там тоже вроде взял. Они все сюда полетели. Наверное, потом сели. Вот. Есть. Все-таки взял. Взяли петуха? Фу. Фу. Два раза ружье заклинило опять. Прикинь? Я в него уже, вот он, целюсь, чувак. А у меня затвор стоит в самом конце и ничего. Рукой его допихиваю, о, летит курица. Вот лежит, готовая. Вторая. Фу. 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 Сосисочки пожарим еще. Егерские сосисочки, как раз в тему. Леха, а ты как оцениваешь, как мы сегодня сходили? Хорошо сходили. Неудачный день сегодня, так еще. Зато погода все изменилась. Зато хорошо погуляли. На улице?
Сердце холодно, водичка долго закипает, приходится ее ждать. Скажи, как тебе с лука добыча твоя? Ну, нам еще повезло, что фазан так вот сидел, да. Угу. Мы увидели, подошли. Мы его окружили, Григорий, да, там с другой стороны шел. Просто был молодой фазан, він то він і засів. Ти бачиш, він присів. Да, в бур'янах він присів, отож. Я вообще теперь раз легкий побачу, як з лука стріляю по фазану. Вам как понравилось? Да, це вообще круто, ты ж. Ну давайте. Да. За охоту. За охоту, да. Кстати, Леха, а что у тебя этот? Уже третья осечка за последние две охоты. Не осечка, клинит затвор. Ну не знаю, ну, буду смазал, разбираться. Да. Я смазывал, конечно. Все разобрал, почистил, смазал. Ну. Странно. Ну, пятую зарядку надо все насухо вытирать. Тоді уже идти с ней на полювання. Друзья, спасибо, что смотрели этот выпуск. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока. Пока. Пока-пока. He deals the cards as a meditation. For those he plays never suspect. He doesn't play for the money wins. He don't play for his